почему? А вы же почему фашизм-то так одобряете? Конечно, фашизм. Я добрый об этом не сказал. Фашизм, там натуральный фашизм. Там все русское уничтожалось. Перед фашистами не могу представляться. Они же тут стоят. Граждане, вы проводите несогласованное публичное мероприятие. В нарушении федерального закона от 19 июня 2004 года номер 54 ФЗ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. Своими действиями вы создаете угрозу общественной безопасности, подвергаете опасности себя и окружающих людей, а также нарушаете статью 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Требуем прекратить противоправные действия и разойтись.